Привет, мама. Опять репортаж с дачи. Ты же сказала, все тебе показывают. Ну вот, бабушка, поздоровайся. Доча, привет. Сегодня трудимся над новой грядкой. Соседка обещала рассаду дать. Вот, сделаю сегодня, завтра садить надо. Вот бабушка говорит, корни вообще такие наглые, за грядку вылезают, и бабушке приходится везде раскапывать. Я планирую здесь тропинки завтра скопать. Мы что придумали? В общем, у нас же там в бане куча картона, который мы отложили с Таней. И вот думаем, мы между тропинок он как раз поместится. И получается, мы положим картон, если найдем линолеум сверху, и засыпем опилками, чтобы растения не прорастали. В общем, так планируем сделать. Здесь мы пожгли немножко травку, чтобы бабушке комары не мешали. Ящерицы в этой грядке постоянно вижу, видим. С Таней сегодня пособирали иргу. Покажешь. Я покажу сейчас, на веранду схожу. Ну что, клубничка пока уже растет. Я завтра еще хочу ее подергать травку между клубничкой. Тут Таня чистит ванну. Первую я уже почистила. Аж видишь, как белым светится. Цветочки. Просто... Так, идем дальше. Здесь на колодце пока все в разработке, но чистота поддерживается. Вот тут бабушке разобрала ведро с инструментами, чтобы красивенько все отдельно раздельно лежало. Тут пока тоже немного грязно. Хочу зайти сюда. Здесь вот у нас всегда чисто. Здесь вот дартс пока лежит. Ноги грязные. Во, в общем, ягодки. Вот это наша Таня собрала. Сейчас заберемся. Вот Таня, я. Туфику сушим травки всякие. Тут я недавно помыла вот это все. В общем, здесь чисто. Завтра еще здесь полы помою. Прыгиваем. Так. Еще раз показываем баньку. Ну, не видно, в общем. Там чисто. Я так могу все показывать. Еще баня. Ладно, не видно. О, что это не видно? Вот так уже видно. Здесь все. Ну, вот ведерки я там поставила, в общем. Да, все тут. Опять плачевно немножко. Нужно потом немножко... О, полотенце что здесь делает. Абажурчики какие-то. Так. Так. Ну вот банька. Мы здесь подмели сегодня. Надо будет убрать. Ждем дядю Игоря, когда он нам затопит. Так, сейчас. Фонарик отключаем. Настраиваем камеру. Идем дальше. Надеваем слончики. Посмотри, пока как огурчики растут. Сейчас. Это мусин корень, как бы. Вот, это валерьянка, в общем. Я ее мусе дала. Что-то как-то размыто все. Сейчас, подожди. Да, получше стало. Помидорчики уже растут. Морковочка вот так. Огурчики сейчас покажу. Вот тут уже малюсенькие такие хорошенькие. Надо будет сфотать тебе еще. Вот цветочки тут. Бабушкины красивые. Сейчас, приготовься. Uno, dos, tres. Я здесь прибралась. Да-да-да-да-да. Здесь, ну вот это все мусор, это мы вывезем. И вот это все мусор. А так здесь чистенько. Сейчас поднимем. Бабушки тут всякие брызгалки. И там, в общем, целая коробка картона, ее нужно сжечь. И вот это тоже сжигаем. Возможно. Что, вот здесь ничего пока не меняется. Нужно будет там разбирать опять же. А, птички, видишь? Бабушка, к нам здесь воробушек залетел! Видишь?
Не видно же. Сейчас. Так, снимем. Почему не там? Надеюсь, ты слышишь. Жалко, сейчас попросим бабушку вытащить его отсюда. Ну что, помидорки тоже медленно, но растут. Что еще можем тебе показать? В теплице могу зайти. Уже долгий сюжет получается. Качельки тут всякое такое. Столик. Растенеца тут у бабушки. Таня, так не поливают. Поливают снизу. Вот, Таня. Кабачки вроде. Вот как мы тут с бабушкой подергали. Мы все втроем дергали здесь травку. Теперь хоть что-то видно стало. Здесь бабушка помыла дощечки вот эти. Ну вот как-то. Я забыла, как это называется. В общем, мое платье висит, сушится. Помидорчики. Все, у бабушки растет. Все ее инструментики, которые я сегодня помыла. История с тем же ведром. Ну что, работа продолжается.